Единение музыки и льда поразило жителей Норвегии. Там мастера создали настоящие музыкальные инструменты из ледяных блоков. 9-й сезон фестиваля прошел в живописном горном городке Гейла. По словам организаторов, мероприятие превозносит красоту природы, а также уникальные свойства важнейшего на Земле ресурса – воды. Исполнителям было нелегко играть на ледяных инструментах, создавая непривычные мелодии, столь недолговечные в горячих руках музыкантов. В этом году на фестиваль прибыли как местные мастера, так и скульпторы из Швеции и Эстонии. Они создали изо льда виолончели, арфы и барабаны для уникального духового оркестра.